Благоустройство трех территорий в Заволжском и Пролетарском районах Твери продолжаются. Это сквер на улице Хромова, зеленая зона в Мигалове на пересечении улиц Громова и Гайдара, а также дворовая территория домов по улице Артюхиной. С выполненными работами в рамках выездного совещания ознакомился глава города Алексей Огоньков. В Мигалове новый сквер спроектирован на территории природной зоны. Сейчас на участке площади около 1,5 гектара ведется изменение рельефа, укладка пешеходных дорожек. В ближайшее время начнется монтаж системы наружного освещения и видеонаблюдения. На улице Хромова в этом году стартовал первый этап проекта по благоустройству. На месте будущего сквера уже проведены подготовительные работы, ведется выравнивание грунта. После подрядчик начнет работы по прокладке дорожек, установке бордюров, укреплению береговой линии, устройству пешеходных переходов через ручей Соминка. Еще один объект благоустройства 2022 года – большая придомовая территория, примыкающая к скверу на улице Артюхиной. В городе реализуется большая программа по ремонту дворов. В том числе мы сегодня посетили двор на улице Артюхиной, где, собственно говоря, уже мы работаем несколько лет. Там был реализован первый этап – это организация сквера внутридворового, очень в хорошем состоянии, пользуется спросом людей. Сегодня очень много горожан там отдыхает в тени деревьев. И в этом году мы там завершаем, практически завершили ремонт дворовых территорий. Это ремонт асфальта, ремонт тротуаров. Есть еще ряд штрихов, которые надо поправить, но практически уже все сформировано.